Lay 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 ben güneş senay annem de seviniyor. Друзья, как поживаете? Как у вас молодая жизнь? Как у вас здоровье? Как себя чувствуете? Если вы меня спрашиваете, я очень хорошо поживаю. Лучше всех поживаю. Очень хорошо поживаю. В первую очередь, почему хорошо поживаю? Здоровье есть. Глаза работают, уши работают. Рот работает, невозможно остановить рот. И руки работают, нога работает, все работает. Каин капут, все работает. Каин капут, как немцы говорят, друзья. Как-то немцы здесь живут. Они говорят, что Бог больше любит турки. Здоровье есть однозначно. Для этого надо Богу благодарить, чтобы здоровье есть. Ради этого тоже быть счастливым, можно счастливым. И во вторую очередь, живем вот в таком климате, экология чистая, все хорошо, для комфортного жизни все есть, дорогие друзья, все есть. Еще что нужно, правда? Экология чистая, тепло, хорошая погода, свежие натуральные овощи, фрукты, море, врач, живем практически бесплатный, экономный живем. Вот в таком климате дождь идет, все равно рубашками ходим, тепло, потому что зима сейчас в данный момент 15 градусов, дорогие друзья, здесь. Так что у вас какой градус, я не знаю, но у нас тепло хорошо. Поэтому, друзья, надо себе всегда чувствовать хорошо. Хорошо надо себе чувствовать, потому что на самом деле живем один раз, не 10 раз. Поэтому надо благодарить всегда Богу, дорогие друзья. Что мы сейчас делаем? Мы в самом сердце Алании находимся с вами, район Клеопатра, дорогие друзья. Песчаный пляж, буквально отсюда 200 метров недалеко. Песчаный, длинный, широкий пляж. Пляж Клеопатра, это уже все знают, дорогие друзья. Если из вас кто-то не знает, пишите мне, я для вас онлайн могу показывать через WhatsApp, дорогие друзья. Сейчас мы посмотрим наше вот это предложение именно в этом районе, дорогие друзья, район Клеопатра. Бассейн есть, детский бассейн есть, огромный сад, красивый сад. Мне больше здесь понравилось сад, дорогие друзья, красивое, хорошее дерево, вот это высокое дерево, и пейзаж очень красивый. Идем дальше. Сейчас хочу с вами поделиться одна красивая, хорошая квартира. 1+1, 70 квадратный метр. С мебелью, с бытовой техникой продаются, дорогие друзья. Если вам нужно онлайн показывать, я для вас могу снимать онлайн. Или наши менеджеры онлайн вам покажут подробнее, хорошо. Потому что сейчас большинство людей у нас, особенно наша компания, покупает онлайн, дорогие друзья. Почему? Это полностью доверие, дорогие друзья. 13 лет мы на рынке недвижимости работаем, 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 друзья, именно для вас и для своей родины, для своей страны работаю, буду работать. Никто не может меня остановить. Буду работать, буду быть полезным, дорогие друзья. Поэтому для вас сегодня будем показывать одна шикарная квартира. Как можно онлайн купить, между прочим, друзья. Вы к нам обращайтесь, если вам что-то понравилось. Мы для вас снимаем подробности через Viber, WhatsApp, Telegram. Если вам все понравилось, если все устроит вам, вы отправляете задаток отправляете, чтобы квартира не ушла, больше никому не показывать. Потом в ближайшее время прилетает, либо доверенность отправляете. Как можно доверенность отправить и как можно оформлять доверенность, тоже индивидуально вам можем рассказывать, дорогие друзья, можем вам рассказывать. Вот это все действительно очень большая работа, зарубежный недвижимость, это ответственное решение, друзья, поэтому вам нужно специалист, вам нужно профессионализм, вам нужно душевный, искренний, который свою работу любит. Вот такой человек нужно. Это только я. Компания Arbotoms и Asim. Ваш человек в Турции. Теперь мы с вами пойдемте. Давай, я оператор параллельно держу тебя. И пойдемте посмотреть одна
шикарная квартира, вот таким пейзажем, дорогие друзья. Очень люблю, как-то вот такой апельсин есть, мандарин есть, очень красивый. Теперь мы с вами идем, давай ко мне. Очень большой сад, в самом деле, друзья, идем. Видите, здесь еще есть вот такой цветок, красивый, хорошо. Вот такой огромный, мы с вами весь дом уже ходили вокруг, весь дом. Вот такой прихожая, вот такой подъезд. У нас подъезд в Турции очень важно. Я не знаю, у вас какой подъезд, может быть, из России, из Казахстана. Если кто-то смотрит, расскажите, пожалуйста, друзья. Мне тоже хочется знать, какой у вас подъезд. У нас подъезд очень шикарный. Как будто это для дома, для комплекса. Визитная карточка, как-то люди заходят, должно быть, глаза радоваться, правда. Поэтому для нас подъезд важно. Давайте, друзья, теперь я вас приглашаю внутрь квартиры. Там увидимся. Так-так-так-так. Можно к вам на чай, кофе, друзья? Мы турки очень любим друг друга переходить на чай, кофе, друзья. Поэтому, если вы сюда приедете, не удивляйтесь. Турки такие гостеприимные. Турки такой топлий народ, дорогие друзья, потому что это все из-за климата, из-за погоды, друзья. И раньше у меня, в самом деле, хочу маленькие истории с вами поделиться. Один клиент был из Москвы. Я себе очень близко его чувствовал. Просто общались как брат, взрослый человек, для меня как папа было. Как-то уже праздник, день рождения, как-то уже другие любой моменты, когда я ему звонил, он просто удивился, почему так человек звонит от нас, что-то хочет или нет. Они между собой с женой обсуждали. В самом деле, друзья, это для нас нормально. Мы турки просто общительный народ. Поэтому мы как-то кому-то звоним, кому-то привет говорим. Это все душевно. Теперь мы с вами заходили внутрь квартиры, дорогие друзья. Это перехожая. Вот это перехожая. Длинный, широкий перехожая. Генеш, я поближен. И теперь с правой стороны вот такой санузел, друзья. Санузел и душевая кабина. И здесь огромный, большой душевой кабин. Так что, друзья, видно? Видно, да? Вот таком виде. Она очень качественная, в самом деле материал очень качественный. Это вторичное жилье, район Клеопатра, где песчаный пляж. Клеопатра отсюда 200 метров, дорогие друзья, недалеко. Клеопатра уже вы сами знаете, это престижный район. Между прочим, друзья, это не только для себя, для аренды тоже очень хорошая квартира, друзья, очень хорошая для аренды. Если вы хотите, собираетесь сдавать аренду, здесь есть стиральная машина. Как будет, Тунахан, стиральная машина по-турецки? Чамашир макинесы. Чамашир макинесы. Тунахан ходит на курс. Так что красивый, хороший зеркальный шкаф. Красивый. Действительно. Вот так. Даже туалетная бумага есть. Так что 4 штук будете экономить. Так что это важно. В самом деле, друзья, еще с правой стороны есть вот такой шкаф. Очень красивый, хороший здесь. Мне понравилось, очень понравилось. Она большая, 70 квадратных метров. Огромный площадь. Очень большая площадь. Здесь есть еще маленький вот такой фишка. Гардеробная комната, друзья. Вот гардеробная комната. Видите, 1+1, 70 квадратных метров. Еще есть гардеробная комната, друзья. Так, давайте вместе еще идем. Спальная комната. Огромный, большой спальная комната. Так что, давайте продолжаем. Вот такой чистый, видите? Здесь даже уже шеи, вот это запах, который приятный запах делает. Вот красивый, хорошо. Вот турки все продумано, да? Молодец, я просто обожаю вот такой, кто свою работу качество выделяет. Ордан чекелим. Качество выделяет. Обожаю вот такие люди. Вот подушка, текстиль, кровать.
все, высокий кровать, здесь тоже открывается, как сундук, можете еще, опа, как дополнительный шкаф получается, друзья. Так, очень красивый, хороший запах, вот это не запах, новый, пахнут очень хорошо. Итак, друзья, если вам интересны другие альтернативы, вы даже можете заходить на нашем сайте arbatoms.ru. Для более подробной информации можете заходить на наш сайт arbatoms.ru. Внизу есть ссылка. Нажимайте эту ссылку, оттуда получаете всю информацию, друзья. Если вы индивидуальны, со мной тоже хотите общаться, можете, как владелец компании, ко мне обращаться. Плюс 90-530-442-42-33. Это мой Viber, WhatsApp и Telegram. Так что я вас всегда жду. Как будто уже спал, теперь надо, как начали, так надо оставить красивую картинку, правда? Тунахан, сними, пожалуйста, поблизости. Очень красивая картинка. Как будет это по-русски, я не знаю. Это фильм. По-троецки филь. По-русски как будет туда? Не знаешь. Что знаешь? Знаешь или нет? Вот такой шкаф. И здесь есть Wi-Fi. Wi-Fi тоже есть. Итак, друзья, отсюда выход есть. Балкон. Но мы отсюда не выходим. Через кухню выходим. Кондиционер Vestel. Потолки высокие. Очень хорошо в самом деле. И мне понравилось зал с кухней вместе. Очень красивый угловой диван раскладывается, короче. И кондиционер тоже есть, только телевизор не хватает. Вот это иногда что-то не хватает, как будто это специально, друзья. Давайте закроем дверь. И здесь вот посудомоечная машина, микроволновка, арчелик. Все есть, только вам нужно свои зубные щетка, паста забрать, переезжать, только посуда тоже нету, я заметил, что здесь духовка. То, конечно, вот такой сервис в Испании, в Италии, Таиланд, Болгарии не можете найти. Вот так что-то, как-то что-то не хватает, сразу не жалуются, друзья. Я знаю, что в Турции сервис очень хорошо, лучше, чем другие страны. Лучше, чем другие страны. Еще оформление документов тоже намного проще, чем другие страны. В Испании я изучал, Дубай я изучал, Болгарию я изучал, Таиланд я изучал, как там оформляется. Очень тяжело, особенно в Испании, друзья. И недвижимость там очень дорого. Поэтому здесь как-то сюда приезжайте, пожалуйста, немножко не жалуйтесь. Россия как-то что-то не хватает, потому что иногда даешь пальца, не хватает. Потом рука даешь, не хватает. Хотят голова отрезать. Базу огромный, да? Огромный, тяжело. Видно, что-то дорого. Так что вот такой зал, друзья. Туда кошеден чекелим. Кёше, 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 кёше. Вот такой огромный, большой зал с кухней вместе. Красивый, хороший квартира на первом этаже. И огромный сад, большой бассейн есть, друзья. И район Клеопатра, город Алания, дорогие друзья, с вами. Давайте теперь балкон посмотрим. Так, вот такой балкон. Вот так. Так, 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 так. Огромный, большой балкон. Стой там, орда дур, керегит. Вот такой балкон. Огромный вот такой балкон. Вы даже можете это засветить. Получается еще одна комната, друзья. Достаточно большой балкон, друзья. Посмотрите, действительно. Вот отсюда прямой эта дорога идет в сторону Клеопатра. Еще рядом есть продуктовый магазин, мясник. Рядом есть пекарник, друзья. Каждый вторник рядом базар, натуральные овощи, фрукты продаются. Еще очень важно, что, друзья, еще очень важно, что есть рядом рыбный ресторан. Рыбный ресторан есть, рыбный ресторан есть, рыбный ресторан есть. Вот рыбный ресторан есть рядом, рыбный базар есть, и стоматология есть. Есть еще продукты Шок, Бим, А101. Вот это народные магазины тоже есть, друзья. Так что, друзья, если вам понравилось, можете
написать под видео свои комментарии, друзья, потому что действительно я каждый комментарий читаю. Ваше мнение для меня очень важно. Ваше мнение меня направляет в хорошую сторону. Даже негативный тоже я обращаю внимание. Поэтому пишите любое мнение, любой комментарий для меня важно, друзья. С вами был Асым, ваш человек в Турции. У нас время 17:35, друзья. Всем желаю счастья, удачи и берегите себя, любите себя и благодарите Бога каждый день, что у вас здоровье есть, дорогие друзья. Всем хорошего вечера, до завтра. С вами был Асым. Ваш человек в Турции. Пока-пока.